В администрации Химок провели прием жителей округа. Глава Дмитрий Волошин уделил внимание каждому вопросу, с которыми обращались химчане. Елена Трухина хочет открыть в своем микрорайоне частный детский сад, но не может оформить лицензию. Нет территории для прогулок. Удовлетворительного решения добиться не удалось. Земля, которую она хотела арендовать, находится в федеральном ведомстве. Дмитрий Волошин предложил Елене найти другое место, которое будет подходить по всем параметрам. Юрий Абрамов пришел на прием с жалобой. Мужчина живет около парка Подрезкова, рядом с футбольным полем и рампой для экстремального катания. Грохот и шум от площадок мешает жителям близлежащих домов. Детонация идет на весь дом. Детонация такая, что коты подпрыгивают, а у мамы давление подпрыгивает. И что вылетали мячи, по 50 мячей вылетало за неделю. Во двор. Во двор к нам. Мы можем поставить какой-то забор для того, чтобы не ограничивать подростков в свое время, да, с другой стороны, чтобы людям не мешало отдыхать. Забор сейчас вот подобным образом монтируется, Алексей как раз предоставил нам профлист, мы силами парка монтируем. Дмитрий Волошин поручил подробно разобраться с ситуацией и выяснить, как можно снизить уровень шума, чтобы жильцам окружающих домов было комфортно. В ходе приема химчане также задавали вопросы о благоустройстве придомовых территорий, о озеленении, проблемах ЖКХ. Обратиться к главе со своими просьбами может каждый. Узнать следующий день приема и записаться можно на сайте администрации или по телефону 8 495 572 73 38.